Кстати, в новом сезоне хоккея на Первом Ярославском станет больше. В эфире нашего телеканала начинает работу новый проект «Первая Ярославская фан-зона», где мы вместе с болельщиками и экспертами будем обсуждать актуальные события из жизни нашей любимой команды. Так, сегодня нашим гостем стал пиар-менеджер хоккейного клуба «Локомотив» Александр Саханов, который поделился своими ожиданиями от стартовавшего чемпионата КХЛ. Чемпионат будет сложным, ожидать того, что какая-то команда пройдет его ровно, без спадов. И, что называется, в одну калитку выиграет чемпионат, и тем более Кубок Гагарина ждать не стоит. Относительно нашей команды могу сказать следующее, что все ребята в хорошем настроении. Слава богу, предсезонку прошли без травм. Матчи будут интересные, давайте смотреть, будем болеть, и я думаю, что все будет нормально.